Всем привет-привет! Вы на канале Мисс Арина. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Сегодня мы приехали в Сихербия парк, чтобы сделать тыкву. Мы готовимся к Хэллоуину. Так, вот парковка. Вокруг поля. И вот эта дорога в Сихербия парк. До самого мастер-класса нам нужно еще идти по дорожке, да? Минут 5 точно. Может быть, немножко больше, да? Окей, пошли. Так, вот это Сихербия парк. Вот информация. Вперед? Да. Идет Tickets and Pumpkins. Тыквы, билеты и тыквы. Арина, мы почти пришли. Да, вот в том домике будем делать. О, тут новое здание делать тоже. Так, вот фотозона, где привезли много-много тыковок. Сейчас Арина выберет тыкву, которую будет делать. Да, а потом мы будем в этой фотозоне фотографироваться, когда сделаем из тыквы подсвечник к Хэллоуину. Каролина, привет. Ариночка, выбирай тыкву. Груша. Да, выбирай тыкву, из которой ты будешь делать подсвечник. Каролин. Браво, Арина выбрала тыкву. Мы сначала нарисовали круг карандашом, чтобы вырезать вот такое вот. Отверстие. Отверстие, да. Цветочек. Цветочек. Сначала Каролинка. А Каролинка, вкусно. Сейчас вот ты должна вот эту сердцевину копать. А куда выбрасываем? Вот сюда, в это. Лопаткой прямо? Да. Осторожно, подпишись. Вот так надо брать ручкой и вот так вытаскивать. Смотрите на мою руку. Вот так засовываешь и вот так вот. И в это... И вытаскиваешь. А потом здесь ручки можно помыть. Каролина, тебе не нравится? Давай сюда. Слушайте, запах на самом деле очень и очень приятный. Свежие тыквы. Те, кто любит тыкву, те, кто любит тыкву, им понравится. Но вот девочки у нас реагируют вот так. Мама за меня делает. Это детский мастер-класс. Ну, так же, в общем-то, как мы делали пиньяту. Если вы не смотрели видео наше с пиньятой, обязательно надо посмотреть. Мы примерно в таком же темпе делали пиньяту. Все, я не могу. Во, смотри, Арина, как классно. Ну, сейчас Арина тебе поможет. Кариночка, надо засучить рукава. Ладно, сделала, почистила тыкву себе, теперь чистит тыкву Андрею. Можно я сниму, как ты это профессионально вытачиваешь глаза? Давай. Да, это легко, с этим можно. Ариночка, нарисовала глазик? Да. Все, сейчас Каролина тебе поможет. О, все, ты. Молодец, да. Молодец, да. Покажи нам тыкву. Мы можем показать. Покажите. Вот. О. О. Арина, знаешь, на стол. Вот. Вот так вот у меня получается. Точнее, у моей мамы. Вот. Так. У меня будет самая страшная тыква. Покажите мне, какой у вас носик. Вот у нас будет миниатюрный, очень красивый. У вас будет очень милая тыковка. Ну как идет работа? Вот так вот. Подождите, я крышечку одену, вы посмотрите. Слушай, ну тыква получилась. Все, нам теперь надо внутрь поставить свечки. Да? Мы поставим внутрь свечки, погасим свет, и эта тыква будет нашим ночным фонариком на хэллоуинскую ночь. Это ночника. Да, это будет ночник на хэллоуинскую ночь. Круто! Дорогие подписчики, пишите в комментариях, какая тыква вам больше всего понравилась. И присылайте нам фотки ваших тыкв на Хэллоуин. Браво! Вот еще одна замечательная фотозона. Тыквами. Вау! Здесь скелет птички. Ставьте лайки, подписывайтесь на
на мой канал. Всем пока-пока!